самодельный мотокультиватор с двигателем от триммера, у которого вместо косильного устройства установлена фреза. Незаменим при прополке и одновременном рыхлении междурядий на грядках, вокруг деревьев и на других участках сада или огорода. Гусеничная газонокосилка с дистанционным управлением, позволяющая в считанные минуты скосить траву на больших площадях. Благодаря высокой производительности сегодня пользуется все большим спросом, а всевозможные триммеры и аналоги уже уходят в прошлое. Уникальный тандемный трактор Fiat 513R, представляющий собой сочленение трансмиссий и двигателей двух тракторов в единое целое, производился по спецзаказу в середине прошлого века, а сегодня используется как раритет. Сбор урожая помидоров в Мексике. На первый взгляд может показаться, что убирают зеленые помидоры. На самом деле, это томатилоу, так называемый мексиканский томат в шелухе, который при вызревании напоминает зеленый помидор. Самодельный гусеничный мини-трактор Мишани, сделанный из сборной солянки отечественного и иностранного автопрома, а именно ВАЗ, ЗАЗ, Т-25, Пежо, Митсубиси, с самодельной косилкой на сенокосе. По работе трактора и косилки видно, что руки у сельского умельца растут из нужного места. Не каждая косилка промышленного производства сможет так легко перерубить 2-сантиметровую осину. Какая толстая осина. Вот, смотрите, как он четко ее перерезал. Класс. Шведский гусеничный снегоход 1960-х годов Snowtrek Street 4, сделанный разработчиками для активного отдыха на природе, охоты или рыбалки. Но после динамичного серийного производства был в основном использован для уборки снега, в том числе и на горнолыжных трассах. Благодаря высокому качеству всей конструкции, в том числе бесфрикционному вариаторному рулевому управлению, зарекомендовал себя как отличная и надежная машина. Шейх в Абу-Даби построил для себя самый большой хаммер в мире. 14 метров в длину, 6 в ширину и почти 7 в высоту. Внутри на двух этажах соорудили огромную гостиную, кухню и туалет. Все это, как и сам Хаммер, создали на заказ на базе грузового автомобиля-амфибии Lark LX армии США.
Настоящий хаммер по сравнению с этим монстром выглядит как игрушка. Канадский одноместный трехколесный электромобиль «Электромеханика Solo» с задним приводом. Несмотря на отсутствие пассажирского места и небольшой запас хода, около 160 км, разработчики, благодаря множеству плюсов, а именно компактность, легкость в управлении, быстрая зарядка, удобная парковка и доступная цена, после презентации автомобиля мгновенно получили заказ на 20 тысяч экземпляров. Плавающий автокатамаран или моторная лодка на колесах. И это не полный перечень названий немецкого кемпера Силанда. Плавающий прицеп Силанда можно не только буксировать за автомобилем, но и на колесах легко спустить на воду, а установив подвесной мотор, не торопясь передвигаться по водоему. Внутри трейлера есть место для размещения 6 человек, имеется раскладное спальное место, туалет, кухня, емкости для размещения снаряжения, а также открывающиеся крыши. Самодельный мотоблок с двигателем от мотоцикла «Восход» и с нестандартным двухступенчатым понижением оборотов. При больших оборотах двигателя это позволяет в несколько раз увеличить крутящий момент на фрезе и, соответственно, выходную мощность при сравнительно умеренной скорости движения мотоблока. Пневмо-пушка Крекон для заброса приманки и крючка с наживкой на расстояние до 300 метров. Рыбалка с таким аппаратом поднимается на особый уровень благодаря большой дальности и точности заброса, что делает возможным успешную ловлю прямо с берега, не заплывая и не заходя в воду. Эксклюзивная коллекция старинных зажигалок, которую собрал один чудак-коллекционер. Среди них французская зажигалка 1900-х годов Amors Cap. Французская зажигалка 1920-х годов Bama Book. Американская зажигалка 1930-х годов Black Hole фирмы Douglas. Швейцарская зажигалка 1930-х годов Pocket Watch фирмы Torrens. Австрийская зажигалка 1936 года Goal фирмы J. Edenbridge. Немецкая зажигалка 1947 года Senior фирмы J. Wolf. Французская зажигалка 1950-х годов Pocket Sultan фирмы St. DuPont. Экзотический английский плавательный мини-бассейн ATV 14 Sport с гидромассажем и спа-инсталляцией. И все это в неактивном состоянии, располагается под автоматически открывающейся крышей, покрытой искусственным газоном.
устройство для разгрузки мешков с сыпучими материалами, предусматривает не только регулировку мощности струи, но также и ее полное запирание. Вьетнамская машинка для нарезки овощей, от чеснока до помидоров и огурцов. Сделана по принципу измельчителя травы и тростника для приготовления корма животным, только в миниатюре. Спасибо за просмотр, и если вам понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал.